В России стартовала акция в поддержку выпускников страны. Последний звонок 2020 из-за пандемии коронавируса. Праздник выпускники в этом году отмечают в онлайн-формате. В рамках акции ребятам предлагают в социальных сетях поделиться воспоминаниями о годах, проведенных в школе, обратиться к одноклассникам и учителям. По хэштегу «Последний звонок 2020» истории попадут в спецблок в новостной ленте, где также можно будет посмотреть, как проводят этот день выпускники по всей России. С праздником ребят поздравляют. Поздравляют первые лица страны и региона, в том числе к выпускникам обратился губернатор Владимир Сипягин. Он отметил, выпускники этого года оказались в сложной ситуации. Готовятся к экзаменам, они вынуждены в дистанционном формате. Этот опыт сделал вас сильнее. Он дает серьезные преимущества в современном цифровом мире. И на этом ваши преимущества не кончаются. Государство обеспечило выпускникам 2020 года льготу. Единый госэкзамен будут сдавать только те, кто поступает в вузы. По поручению президента России Владимира Владимировича Путина планируется дополнительное выделение 11 тысяч бюджетных мест. Отмечу, городской праздник «Последний звонок» пройдет во Владимире в режиме онлайн 29 мая. Уже сейчас учащиеся и педагоги образовательных учреждений областного центра выкладывают в сеть свои творческие поздравительные ролики.